Всем привет! Мы сейчас будем готовить ташкентский плов. Ташкентский плов – это национальное блюдо Узбекистана. Нам нужно вот мясо, как видите, это говяжье, говядина и баранина с перемешкой вместе, вот. И курдюк тоже баранина, видите? 3 килограмма мяса. 3 килограмма мяса, 0,5 килограмма курдюка, по-моему, если не ошибаюсь. 3 килограмма риса. Это где-то 25 человек. 25. Мы будем готовить здесь, в таком Казани будем готовить. Если килограмм мяса, килограмм риса тоже должно быть. А сколько здесь морковь? Тоже 3 килограмма. Все это по 3 килограмма. 3 килограмма мяса, 3 килограмма риса и 3 килограмма а сколько моркови. Там, по маслу что? Сколько нужно масла? Литр. 1 литр масла. Да. Килограмм лука. Какое масло у нас здесь? Масло хлопковое. Или растительные. Это хлопковые. Вот. А в Ташкентске это обязательно хлопковые используем? Или? Нет, подсолнуш тоже можно, да? Все, мы сегодня тогда используем хлопковое масло. Вот так он выглядит. Все, тогда сейчас мы ждем. У нас готово мясо. Что первое? Сейчас мы кидаем курдюк туда. Она будет сейчас жариться до красна. Давайте. Вот, пошел процесс. Вот, видите, курдюк жарится. Получается, мы кидаем курдюк. Масло, опять масло. Да. Наверное, от этого полов такой калорийный. Да, вот это хороший плов получается. Так, мы сейчас пока, тогда ждем, как будет готово, будем кидать лук. Лук. Убираем курдюк оттуда. Видите, она уже прожарилась до красна. И убираем. Сейчас второй этап уже. Вот лук добавляем туда. Вот. Добавили мясо. Сейчас мы добавляем морковь, как вы видите, вот. Сейчас. Почему? Потому что она сейчас как бы прожарится чуть-чуть, она просядет. А потом добавляем другое, остальное. Морковь и мясо все перемешивается, она жарится, видите? Все, остальное морковь тоже добавили туда. Видите, она просела сейчас. И еще добавили туда соль. Обязательно процесс соления тоже должно быть. Вот, друзья. Мы, как видите, прожарили это все. Мясо, морковь, посолили его. Все прожарилось. Видите, она какая становится? Вот. Она вот такая вот становится. Вялая становится. Вот. Сейчас мы сюда будем добавлять воду. Вот она вот такая вот становится, вот. А запах такой идет. Все, добавляем воду. Вот, друзья. А сколько воды добавляем-то? А, на глаз? Чтобы полностью не заливала вот эту воду, если будете заливать водой, она будет вот так, чтобы по поверхности было видно вот это все. Друзья, вот добавляем тот курдюк, который мы вначале брали. Вот. Как видите, наш плов уже стал вот такого оттенка. Добавляем тот курдюк. Вот. Видите, вот она закипела уже. И плюс еще добавляем чеснок. 3 головки хватит на это всего. Помоем ее обязательно. Вот. Добавляем снова.
Видите, вот в таком порядке добавляем. Вот, друзья, как вы видите, мы выбрали рис из сорта лазер. Это в Узбекистане его называют лазером. А как видите, длинная, видите? Она вот такая. Мы его сейчас предварительно помоем. Все, что есть там внутри. Может, какие-то там вот камушки, может, убрать, почистить его очень хорошенько и промыть. После промывки можем ее добавлять уже туда, в казан. Друзья, мы добавили туда рис и закрыли его на 10 минут вот этим фазом. Сейчас она предварительно наварится, и потом будем переворачивать тот рис, который прожарен тут внизу, и переворачиваем вот это все. Оу. Вот, друзья, как видите, вот рис стал вот таким, она наварилась чуть-чуть. Вот сейчас мы будем переворачивать. Друзья, кульминация нашего видео — приготовление плова. Вот, пожалуйста, плов приготовили. Запах от него идет хороший. Все, это кульминация. Мы сейчас будем накладывать. Вот, друзья, мы забираем всю мясо оттуда. Вот. Одновременно берем мясо и перемешиваем этот плов, чтобы все перемешалось.
Вот, друзья. Мясо тоже сними вот. Вот такие мясо получилось у нас сочное. Вот, кушаем все вместе. Сюда поближе поставим. Вот салат. Здесь перебежь.